Опубликованы кадры эвакуации украинских бойцов с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Бойцы, 82 дня оказывающие сопротивление оккупантам, вышли с территории завода под контролем оккупационной российской армии. Кадры эвакуации распространены в российских и украинских СМИ. По информации, 211 солдат вывезены в оккупированный поселок Еленовка в Донецкой области. Представляем вам кадры взятия в плен украинских бойцов солдатами оккупационной армии. Thank you.